В атаке. Составы команд. Apex, Manic, Happy, Kennis и Super Fighter. Team LDLC. Fnatic, Zypox, Kerrigan, Freeze, Moddy, Trace. 4 датчанина, 4 француза, 1 швейцарец и 1 швед. Фнатики пошли простым путем. Шторм за фронт, Б-планта. Немножко разыграли, немножечко поубивали, но в итоге 3 в 3 ситуация. Бомба стоит, дым лежит. Ой-ой-ой, что происходит? Кеннис, Хэппи, Моди, Хэппи. Бомба! Бу-бу! Ой-ой-ой, а чё он не попал-то? Ну ладно, все равно попал. Я не понял, как Хае не залетела на Фореста. Там должно было Моди просто стирать с лица этой бренной планеты. Но Хаешка ударилась о какой-то косячок. Он где-то вот тут, наверное. Наверное, вот об этот косячок она ударилась. Отскочила обратно. И в итоге Моди пришлось пристрелить. 1-0! Team LDLC взяли раунд в обороне. Сейчас быстро чекну скайп. Никаких проблем. Вроде ничего. Ну вот прикол. Пишут, что пока команда ехали сюда, датские, Фнатики у двоих игроков девайсы пропали в аэропорту. У Western Wolves у четверых. А у меня звонит где-то мобильник, я не знаю где, ну и черт ты с ним. Я слышу противные вибрации где-то недалеко. Выходные дни, лето, солнышко. Все хотят купаться, загорать, есть шашлык, машлык, там, не знаю, пить какой-нибудь холодный квасок, сидя на берегу реки. Но мы-то с вами необычные люди. Мы просто сверхчеловеки. Мы смотрим Counter-Strike в 30-градусную жару в середине лета. 2-0 Team LDLC берут второй раунд ну, все хорошо у них. Не знаю, что еще добавить. На тему девайсов я не думаю, что это прям такой... Прям такой, чтобы ахтунг. Я потерял мышку, где я найду мышку? Я же в Германии, здесь мышки продаются на каждом углу. Ладно бы он в Уганду приехал на турнир, и он потерял мышку вот там. Да, действительно, ему пришлось бы играть на каком-нибудь дохлом опоссуме вместо мышки. Но в Германии-то купить новый SteelSeries, там какой-нибудь Quick или... Кану какую-нибудь, я думаю, что проблем больших нет. Все, заканчиваем. Хотя нет, все, опять эко? 2400, ну ладно. Тогда можно еще пофлудить. Четвертый раунд, опять экраунд. Я, видимо, что-то я пропустил. Так, на медле там все хорошо. Еще раз все хорошо. Из ямы тоже все хорошо. Остается последний фриз. Ну и фриз находит СФ. Все, 4-0, есть деньги. Теперь будет хороший бай. Я жду, надеюсь, верю, что... Фнатики сейчас булочки свои так оп, соберут, сожмут и наваляют. Напоминаю, что точного расписания турнира нету. Матчи будут идти друг за другом, то есть закончится этот матч. Начнется второй, закончится второй, начнется третий, ну и после третьего будет четвертый. Что ты мне только что показал, товарищ автодиректор? Ну, в общем, пробили яма, ковры, 2-3 был сплит от Фнатиков. Пробивают они, несмотря на первые два фрага в исполнении французов. Потом пошли три безответных от датчан. Маник идет по стене,
Маник идет по стене, не чекает ничего и падает. Да, убивают Маника, остается последний. Кеннис тоже не остается. 4-1. Взяли первый бай. Знаете. Деньги. Ух, денег-то сколько у французов. Еще на бай. Еще на один бай хватит. 6000 апекса. Нормально. Третий был оружейка, говорят. А, вот так. Отлично. Нифига себе я закранил. Я там что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Языком чешу, а там бай был. Зайпекс выходит, видит, стреляет, умирает. Нет, не умирает, убивает Апекса. Камера почему-то переключилась. СФ пытаются взорвать. Вышли 4 в 4 опять в плент. Ставится бомба. Фриз смотрит спину. Блин, я не хочу смотреть этот автодиректор, он убогий. Но руки чешутся, так хочется переключить. Хэппи... Ой, Трыс минус 2 уже дает. Хэппи будет тяжело что-то сделать. Да, Моди еще и... Этого штрафуют. Ой-ой-ой-ой, Моди настрелял-то. Хотя нет, всего минус 2. Вот эти последние два фрага. От Шведа были. 4-2. Но есть еще деньги у французов. Апекс там дропы может надавать. Вот жадный Апекс. Смотрите, у него 8000, он берет, покупает P250 гранатку и говорит, а я вам не дам. Так я вам не дам, вы не заслужили. И кто он после этого? Вы уверены, что он француз после этого? Вот. Как-то странно. Неужели они там поругались, не знаю. Но всякое бывает, кстати, так во время матча. Да пошел ты, да пошел, да пошел ты! И в итоге сидят, играют вот так вот матч, друг с другом не разговаривая, дропы не давая. Всякое бывает. По крайней мере, точно могу сказать, что во время... В Moscow Five, вот когда играли там Дося, Фокс, Эдик, такие бывали моменты, что там Фокс обиделся на Эдика и дроп ему не дал, например. Такое бывало. Французы затащили сейф. Да, я видел, что французы затащили сейф, но просто... Блин, ну я же не слепым людям комментирую, вы же все видите. На своих экранах. Я переключаю, фраги показываю. У французов просто великолепные пистолеты, мы об этом говорили еще на первой карте. И АВП неплохое такое у Кенниса. Да не, понятное дело, что... Большинство зрителей это хейтеры, и они прям ждут такие: «А, он нафейлил! Все!» И так в чате писать, какой я мудак. Это все понятно. Но просто, блин. Зачем? Мне вот кажется, что на Апекса сейчас пойдет выход, и идет выход на Апекса, но Апекс ничего не может сделать. Падает он от моди. В коврах засада, там Маник сидит, да. О, не Маник, там сидел не Маник, там сидел Хэппи, да. Маник стреляет с коврами, 13 хп падает. 2 в 3, но 2 красных у датчан. Зайпекс минус Кеннис, остается последний СФ, ну я не думаю, что СФ здесь что-то светит, СФ. Да, ну просто накрест взяли. Пацана и 5-3. Я боюсь даже заходить в чат Твича, там, наверное, так подгорело у всех. Хотя не, вроде нормально.
Даже на удивление, неужели всех перебанил? Неужели не осталось зрителей, не забаненных в чате? Ну это шутка, если что, я практически не баню никого. Сказал драмер голосом Сталина, знаете. Сайпекс минусует Апекса, ну это эко. Ну, кстати, эко с ВП и с... Да какое нафиг эко это? Вообще не эко. Хватит нести бред. 4 в 3. Сайпексу прилетел подарочек. У Трейса 3 хп, у Сайпекса 35. Красный. Сотый фриз. А, Майник сейчас мог накрошить. Просто мог накрошить. А мог просто не накрошить. Он просто не накрошил. ЕСФ падает от фриза сотого. 5-4. А вот теперь эко, и теперь будет опасно. Теперь французы могут потащить. Давайте будем неправильно комментировать. Давайте будем флудить во время баев, а во время экраундов. Итак, СФ, СФ с диглом стоит. У него нет брони, это опасно. У Кенниса тоже нет брони. Ну, кстати, у датчане-то так это... стремаются. Такие, блин, они с диглами, куда идти, что делать? Не могли себе кольтов, что ли, купить? Моди минус СФ. Из ямы забирает. Первого. Кеннис берет дигл. Моди еще и этого забирает. И все, пошел выход на. Здесь один маник. Ничего не получается. Остается последний хэппи. Хэппи бежит. Его, по-моему, увидели, инфу дали, сейчас бедного замочит. Да, и Моди забирает бедного. Бедного счастливого. 5-5. Счет равный. В окне никого. Интересно. А, у Кенниса АВП нет, в окне никого. Ну ладно. Хэппи тут разглядывает стены, что-то не понимаю, что ты тут делаешь. А зачем так вот? А, он типа будет кидать такую флешку, которая здесь ударится, так отлетит. Пух! И просто взорвется, и, короче, вся слепнет. Типа моменталочка. Кстати, смотрите, туда вот идет. Давайте отлетим. Выберем такой ракурс. Скажем, камера, мотор. И съемки пошли. Надо вот как-то захватить ракурс поудобнее, чтобы все было видно. Вот, смотрим, все, выход пошел. А мы такие сидим на крыше и смотрим. Дым! Флешка, дым! Минус Апекс, минус Кеннис! Хэппи! Ну, кстати, нормально, на самом-то деле. Хэппи разыграл, СФ! СФ забирает с Делпана, наверное. Нет, не с Делпана, просто с перемычки. Маник, минус Моди. Остается последний Керриган на Делпане. Маник зажимает, убивает, берет раунд. Шесть пять, что там по деньгам? Ну, датчан еще есть.
Ну, французы на последние деньги закупаются все время. Да, у них по 200 баксов осталось. Если они сейчас отдают раунд, то это будет эко. И будет 7-6. Очень не хотелось бы, конечно, этого. Всем нам! Кеннис не попал! Ой-ой-ой-ой! Керриган бомбу ставит. Французы это слышат, но ничего поделать, к сожалению, не могут. Моди забирает Кенниса, минус АВП. У французов падает Трейс, падает Хэппи. 4 в 3. СФ. Маник! Маник, а вот тут Моди фриз. И 1-1. Моди стреляется и убивает. Убивает он все-таки Апекса. Апекс не смог сделать минус 3 в 6-6. Денег нет, эко-раунд. Беда. Грусть, беда, печаль. Не, ну равные команды на самом-то деле. Я вот так смотрю. То одни, то другие. То одни, то другие. 16-13 на первой карте. Я думаю, что на этой карте тоже будет что-то а-ля там 16-13, 16-12 в пользу кого-то. Мы, конечно, с вами со всеми надеемся. Блин, а вот здесь палка о двух концах. Если мы надеемся на три карты, то Virtus.pro ESC будет играть позже. Но мы же хотим поскорее увидеть игру Virtus.pro ESC, поэтому мы будем все надеяться на 2-0. Вот так, три матча по 2-0. Моди, 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 моди падает. Фриз тут же отвечает, брать СФ, а не дали СФу бедному поднять калашик, он так хотел. Собирают Маника, остается последний Хэппи, Хэппи бежит. LDLC говорят, на лане не очень в чате. Ну да, чисто так полуфинал Дримхака. Вообще фигня. Бомжи какие-то, короче. На лане ВГ уделали 2-0 на последнем, где они играли. Тоже так чисто вообще. По фану поиграли. 7-6! Закупка будет. Денег что-то как-то не очень, на самом деле. Могут французы сделать еще один эко-раунд. Да, они это и делают. Блин, вот что я просто вот ненавижу вот эти вот эко-раунды с гранатками. А давайте вот я первую броню себе возьму. Ну и в итоге смотрим пол игры эко. Трейс уже по перемычке прошел, выходит на плен, такой оп, оп, привет, и волосы назад, и в итоге минус 2, кстати, дали. Сейчас еще и минус 3 могут. У Трейса 3 хп осталось. Трейс такой, блин, 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 нет, 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 опасно, 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 опасно. Папа Хэппи есть? Но Фрис его контролит. Хэппи вообще не, даже не подозревает, что тут есть чувак. Хэппи, посмотри направо, направо посмотри. Посмотри направо. Там тебя ждет сюрприз, да. Ну, кстати, в пачку-то успел двинуть, посмотрите. Он попал Фрису в лицо. 3 хп осталось у Фриса. Крепкое лицо у датчанина. 8-6, первую половину Фнатики выиграли. И наконец-то П. Наконец-то. Прилетает Хайе тут кому-то. Все, пошел выход. Включаем Маника. Маника позиция такая прям. Либо пан, либо пропал. Пропал. Пропал Маник. Кеннис мажет. Кеннис мажет, это плохо. Кеннис попадает, это хорошо, а теперь опять мажет, это плохо. Тут такая жизнь. То хорошо, то плохо. Хэппи заходит в спину. Его никто не смотрит, Хэппи делает минус, тут же получает от Фриса. Апекс 1-2.
И падает от Керриган. 9-6. Первая половина закончилась. Так, и пока у меня есть парочка секунд, я могу ворваться в чат Твича и забанить всех, кто матерится тут как сапожники. Идите к сапожникам и материтесь с ними. Какой-то странный комментатор, говорят. Напрягает что-то. Ну ладно. Все, погнали. 3, 2, 1, 0, пуск и голос Гагарина. Поехали. Вторая половина, 9-6, Фнатики выигрывают. Им осталось взять-то всего ничего, 7 раундов до путевочки в полуфинал, где, скорее всего, их будут ждать Very Games. Почему? Потому что Копенгаген волки какие-то, не волки, а какие-то... Короче, какие-то они не волки. У них один ушел, 3 человека из основы осталось. Там, конечно, девайс остался. Девайс опасный. Как поживает твой кот, Драмер? Вот вопрос достойный. Достойный вот нынешнего, данного момента. Давайте поговорим об этом. Apex делает минус 3. Вот я бы лучше об этом поговорил, хотя нет, минус 2. SF одного забрал. Ладно. Смотрим за Apex тогда. Заслужил. Но тут осталось что, выйти, поставить бомбу, взять раунд и сказать... Найс шот какой-нибудь. Сайпок ставит Кеннису пачку, и Апекс ставит финальный аккорд раунда. 9-7 берут вторые пистолеты Team LDLC. Сейчас они возьмут два эко противника, счет станет опять 9-9, и мы будем с вами наблюдать повторение просто первой карты, качельки туда-сюда, весело, задорно, несмотря на то, что не порно. Кеннис у ямы, СФ Маник в коврах. Но ждут какой-то аркады. Ждут какой-то аркады от Фнатиков. Фнатики, наоборот, боятся. Закупаться они решили не закупаться. Хотя нет, смотрите, 3 штуки по 250 накупили. Покажи счет. Да вот смотрите. Любуйтесь, радуйтесь. Маник 4 фрага сделал. Керриган 6. Вот такие якорьки у нас в командах появились маленькие. Мадян сейчас принимать будет. Он умеет, у него по 250. Тут просто две пули, две башки. Не получилось. Все, все, распечатали. Аплент. Бамбучу. Ставится, не ставится, ставится, не ставится. Да забей ты на него, Апекс. Не трать ты деньги на гранаты. Вас 5 живых. Ну вот взял просто, выкинул 300 баксов. Вот на самом деле кажется, ну и что, 300 баксов. А это 300 баксов. Сколько мне лет? 16. Пойду в 11 класс. В третий раз. Так, а вот это уже интересно. Фнатики собрались и хотят тоже показать, что они умеют брать экран. Ну, правда, тут взрывают Маника. Ой, Сайпекса. Говорят, чтобы я назвал маньяк, а не маньяк. Ну ладно, хорошо, давайте маньяком будем называть. Окей.
Опа. Ну все, бомба сейчас взорвется, все будет хорошо, счет станет 9-9. Говорят, что в CSGO моделька, когда ставит бомбу, кажется, что она органического происхождения бомбу ставит. Да, я соглашусь. С этим я соглашусь. Ну что, бай у нас. Бай. Хочется посмотреть. Ну давайте за СФом глянем. Просто мне, я не очень люблю смотреть за защитой. Из глаз защиты, когда идут раунды. Вот именно атакующие игроки, они как-то пожестче выглядят. Моди взрывает Апекса. Со всеми 2 хп. Решили отойти пока французы. Не получилось у них пробить вот эту точку. Ну либо здесь, либо здесь. И Кенни с СФом отходит. А где маньяк у нас? Маньяк, по-моему, из метро только вышел, да. Вышел из метро и направился в сторону перемычки. Сейчас будет фейк от Хэппи. Хэппи кидает гранату раз. Больше нету. Хорошо, пробивает Керриган. Вынуждает стянуться. Вынуждает стянуться. Нет, нет. Посмотрите, какие хитрые стоят. Маньяк уже минус 2 делает. Блин, они все равно раунд могут отдать сейчас. Вы понимаете это? Они сейчас теряют бомбу, и у них нет времени. Просто тупо нет времени. Трейс минус 2. Все. Пока. Бредятина. Просто бредятина. Ой! У вас было 37 секунд до конца раунда, когда вы здесь стояли с бомбой и знали, что здесь пусто. Вы могли успеть спуститься в метро, пройти и поставить бомбу. Спокойно. Просто берешь нож в руки и бежишь. Инфа есть. Засада на Б. 2 оставшихся игрока сидят на Б. Мне все-таки непонятны вот эти игроки в Counter-Strike Source бывшие. Закупка есть. Счет 10-9. Фнатики опять вырвались вперед. Нет, ну такая ошибка была сейчас просто, знаете, ну, детская, на мой взгляд, просто. Понятное дело, что Хэппи... Ты что, ногу не видишь? Ногу видишь. О-хо-хо, Апекс! Просто черепухи ломает. Маник, маник, маньяк, маньяк. Нет, меня все-таки. Меня это все-таки не исправить, по-моему, никогда. Я буду его называть маником. Лёликом, боликом. Сайбексу прилетает граната. Забирает он Кенниса. Берет у него калаш. Сидит на лифте. Почему его никто не идет убивать? Или идут? Да, Апекс пришел, убил. Апекс минус 4 в раунде, молодец. Красавчик. Красавчик. Так, что по деньгам? Нету денег. Фнатиков, это эко. А ничего, что эта перетяжка легко принимается, пишет в чате нам человек умный. А ничего, что один человек стоит здесь, он может встать вот сюда и принимать вот так. Один человек стоял вот здесь, мог встать вот сюда и принимать вот так. А эти два парня просто пробегали. И ничего бы не принималось нигде. Но это так. Опа! Фриз! Минусует СФа. 3 в 3. Теперь Фнатиков очередь. Отжигать на эко-раундах. Кенис.
Я еще раз поясняю, вот пишут, парапета принять нельзя, но вот здесь человек стоит. Он стоит в окне, он смотрит это место, понимаете? У этого человека даже дым был, который он кинул вот сюда потом. И он сюда мог положить этот дым. У меня начинает бомбить просто, когда мне начинают говорить, что какие-то очевидные вещи, это неправильные вещи. Важный байк, кстати, сейчас у Фнатиков, они закупились на последние бабки, у них фамасы просто под ноль закупились. Фриз забирает Апекса. Важный, кстати, фраг. Апекс, главное, убивашка. Ну, правда, главная убивашка у Фнатик тоже уже лежит, отдыхает. Идет стяжка под аплент. Вот на этот раз французы решили. Керриган. Керриган, ой-ой-ой. Мог минус 2 сделать, сделал минус 0. Фриз, минус хэппи, СФ, минус фриз, 3 в 2, ну, посмотрите на хп просто, Кеннис, 8, СФ, 5. Тут одна хае, которых нету. Удачан. Минусует маньяка, минусует СФ, остается 8 хэповый. Кеннис без АВП. Он, конечно, что-то попытается сделать, но... Один на долпане, второй на хэлпе. Ну и все, пока, Кенни. Оп! Ладно. Так сказать, силы данные мне. Ну, просто когда человек приходит на оскорбление, он сразу получает бан в чате. Так уж. Так уж сложилось. Керриган, фриз, Сайпекс. Сайпекс просто в дым зашивает. Кенниса, фриз, минус маньяк. Я сказал маньяк, да. Да, получилось. Но так хотелось сказать маньяк. Остается хэппи, 1 в 5. Двенадцать одиннадцать. Не получилось у французов на последней бабке что-то сделать. У них будет сейчас эко, скорее всего. Это 13-11. За слабую сторону проигрывает два раунда в конце игры. Нет, ну всякое, конечно, бывает. Экраунд принимают, собрались Фнатики. Понимают, что цена ошибки сейчас может стоить третью карту. Третью карту они, естественно, не хотят на трейне. Я Фнатиков, по-моему, вообще не видел на трейне ни разу. Блин, а хотелось бы посмотреть, на самом деле. Очень даже хотелось бы. Моди падает, Керриган тоже падает, я думал уже все, посыпались французы, но нет, 3 в 3 ситуация, все задымлено, бомбу ставить можно, самое время. Ой, ну не здесь же. Поторопились, поторопились.
И такие тайминги вообще ловят. Просто непонятные тайминги ловят датчане. Минусует Апекс, остается последний Хэппи. Такой раунд был. Лежали дымы. 3 в 3. Один там, один здесь. И в итоге пока. И сейчас Хэппи тоже заберут. Да, ну просто 14-11 и Team LDLC просто сейчас, вот знаете, висят над пропастью, держась за какой-то клочок земли. Еще чуть-чуть, и они просто полетят. Из Кёльна в Париж домой. Спрашивает меня про Гвардина, знает ли он русский. Ну, нет, на самом деле не знает. Ну, как... Он понимает очень многое понимает, но сам сказать ничего не может практически, кроме как там Маркелов обосрался, ну, например. Это он любит. Вот, а так, нет, он практически не говорит ничего, но все понимает. Сейчас маньяка просто прошьют в дым. Нет, не прошивает. 4 хп осталось у французского игрока. 1 в 3, 14-11. Я как-то вот уже потерял веру во французов. Что-то как-то не верится мне. Ну его тут просто со всех сторон. Раз, два, три. Ну просто, ну... Я не знаю, что нужно сделать, чтобы тащить с 4 хп. Такую ситуацию. Тем более он себя палит, где он находится. Да, и все. 15-11, что по деньгам? 0, 800, 500, 400. Печалька. Ну, про Гвардиана мы с вами сегодня еще поговорим, когда речь зайдет о Virtus.pro, когда будут мишки играть с поляками из ESC Gaming. Я не стал бы на вашем месте думать, что будет легкий четвертьфинал. Поляки в хорошей форме сейчас находятся, очень в хорошей. И хорошие группы демонстрировали на DreamHack, но чуть-чуть вот писечки не хватило, чтобы ВП обыграть в группе, чтобы обыграть с ЛДЛЦ в четвертьфинале. Так, тем временем. Тем временем 3 в 3 опять. Вот это злосчастное 3 в 3 замес на центре, который я пропустил. Кеннис Керриган 2 в 2. Инфа есть же, что Фриз здесь. Забрать Фриса. Фриса забрать без размена нужно. Да что же вы делаете, родненькие? У меня рука к лицу прилипла. Такой фейспам. Просто, ну и была же инфа, что он там. Ну почему ты отвернулся, эсэфчик? Ладно. ГГшечка. 16-11.